С тобой стая бездомных собак, за моей спиной голодные волки, они не будут больше голодать. Я могу быть серьезным, я могу быть умным, я могу быть начитанным, но я не всегда хочу таким быть. И мне не нравится, что вы стали все это высмеивать. Люди перестают... Ну, вы создали такой пузырь, из-за которого люди перестают всерьез воспринимать мои слова. А это ужасно. Ну, просто мне очень сильно не понравилось то, что произошло. Я уже поговорил с ребятами на эту тему, со всеми в «Хозяевах». Я сказал, давайте не будем больше шутить на тему психологии. Это не шутки. Это не шутки, реально. То, что происходит внутри мира, ну, так скажем, да, в котором я существую, и все, что происходит внутри психологии, это совсем не шутки. Просто вы этого не видите. Серьезность всех этих дел, все это вы не видите. И то, что вы видите, это то, что пацаны начали в какой-то момент очень много шутить про это. Что ты там, психолог, что ты мне поможешь, психолог, блядь, о, блядь, психолог, вот эта вся тема, да, там, ты начинаешь, там, шутить, угорать, о, охуеть, психолог, ты начинаешь, там, злиться, о, психолог, типа, это заебывает.